За 2,5 года в литературном проекте историко-культурного центра «Стихи живут» приняли участие более 100 жителей Ленинского городского округа. Это различные трудовые коллективы, представители учреждений образования и спорта, общественных объединений видновского благочиния. Каждый раз организаторы стараются приурочить выпуск к какому-либо празднику. В ноябре предпочтение отдали предстоящему 15-летнему юбилею Дворца спорта «Видное». Отрадно, что вот эта спортивная нотка сегодня поддержана замечательным, веселым, молодым, жизнерадостным коллективом Дворца спорта «Видное». И мы с радостью и благодарностью поздравляем этот замечательный коллектив со славным юбилеем. Дворец спорта всегда выручает историко-культурный центр и транспортом, и поддержкой, и вот всячески старается нам помочь, откликается на все наши просьбы. Специально для коллектива учреждения было выбрано стихотворение спортивной тематики. 4 сотрудника приняли участие в чтении, и каждый сделал это, вложив особенности своего характера. В нашем мире все мгновенно, все проходит и пройдет. Спортом надо непременно заниматься круглый год. Бегать, прыгать, отжиматься, груз тяжелый поднимать, по утрам тренироваться – 100-метровку пробегать. Убегая от инфаркта, не щади себя, сосед. Бодрый дух веселых стартов, вестник будущих побед. Не тушуйся, не стесняйся, обходись без докторов. Своим телом занимайся, будь здоров, всегда здоров. Свое 15-летие сотрудники дворца встречают с внушительным багажом достижений. Учреждение дважды признавали лучшим спортивным объектом. Дворец спорта и стадион «Металлург» принимали престижные мировые чемпионаты. За эти годы коллективу удалось реализовать массу проектов. У нас один из самых лучших паркетов во всей Московской области – это канадский клен. Мы обновили 2 года назад экраны в игровом зале. Это суперкачественные 4К-экраны. Мы сделали шумопоглощение, и наш спортивный зал со спортивным звуком превратился в полноценную концертную площадку, что отметили артисты, которые выступают на нашей площадке. Мы построили трибуну с крышей на стадионе «Металлург» под чемпионат Европы, тем самым создали комфортнейшие условия для пребывания наших жителей. Но, по мнению руководителя Дворца спорта, самая большая ценность учреждения – это его дружный и сплоченный коллектив. В нем царит семейная атмосфера. Здесь немало тех, кто работает с основания, есть и новички. Здесь всегда рады принять в свою команду молодых и активных. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.